На часах 18.00 и, как всегда, в эфире телеканала «Игра», программа «Прямо сейчас. Прямая линия». В студии Виталий Сапрыкин. Отмечу, что мы работаем одновременно и в телевизионном, и в радиоэфире. Вместе с экспертами программы мы ждем ваших вопросов. Звоните к нам в студию по телефону 393-888, код Ханты-Мансийска 3467. Чуть более недели остается до одного из главных культурных событий региона. 5 марта в 18-й раз начнет свою работу международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». У нас в гостях директор концертно-театрального комплекса «Югра Классик» и по совместительству исполнительный директор фестиваля Лариса Журавлева. Добрый вечер, Лариса Николаевна. Добрый вечер. Давайте сразу начнем с того, что нового ждет наших поклонников данного культурного мероприятия в этом году. Ну, как вы уже сказали, что вот совсем-совсем чуть-чуть остается, подготовка полным ходом, исполнительная дирекция трудится. И это фестиваль 18-й, уже достаточно... Знаковое число. Да, знаковое число. Это такое некое совершеннолетие нашего фестиваля, когда состоится переход из юношеского возраста в более зрелое состояние. Это же фестиваль дебютных фильмов, дебютного кино, поэтому каждый год он абсолютно разный, разные режиссеры. Ни один фестиваль никогда не повторится. То есть не бывает так, что одни и те же режиссеры из года в год выставляются на этом фестивале? Нет. Это фестиваль дебютного кино. Дебютного кино, то есть да. Один раз режиссер может состояться, как режиссер. Поучаствовать как режиссер. Но он же может поучаствовать или там документальные фильмы, или игровые, так у нас, да? Ну, разный формат, но это вот один все равно, раз. Да. Один раз. Да. То есть постоянно новые режиссеры. Заявлено, что решили посвятить детско-юношескому кино. Почему выбор именно такой вот в этом году? Ну вот как раз, видимо, вот этот переход и связь поколений. 18-й фестиваль решили сделать, что посвятить детской теме. Сергей Александрович Соловьев предложил, исполнительная дирекция и оргкомитет с удовольствием поддержали эту тему. Я хочу, наверное, рассказать о том, что это не тема фильмов, которые участвуют в конкурсном отборе на фестивале, а это тема фестиваля в общем и целом, то есть тематика задается в общем фестивалю, да. Mm-hmm. То есть в этом году у нас будет очень такое детское наполнение, будет день семьи, фестивальная ночь и мастер-классы для детей, то есть вот все будет вокруг детей крутиться. Ну, то есть, а тематика фильмов не обязательно должна совпадать с детской темой, я так понимаю? Она не совпадает никогда. То есть получается, что заявлено вот детско-юношеское кино, а там, может быть, про что вот фильмы, например, могут быть? Про любовь, про войну, про что угодно, любая тема, про жизнь. То есть вот к детской теме она абсолютно никак не относится. У нас есть отдельная категория, отдельная номинация, это детское кино. Вот там, конечно, участвуют фильмы детские для детей. Это вот именно в заявленной да, тематике? Да, конкурсная программа. Вообще, сколько заявлено фильмов было на фестивале? Более 40 фильмов. И вот 8 в международной по итогам отбора и 8 фильмов в российской. В российской. А 40 фильмов – это ежегодная примерно такая цифра? Или она варьируется? Когда-то в каких-то годах больше, меньше? Ну, она вот примерно вот одинаково. Где-то 40, 35, 38, 50. Вот примерно верно. Меня всегда интересовало, а вот эта заявка «Дебютное кино», да? Вот насколько оно реально дебютное? Оно до этого нигде не было показано? Нигде не было. Это вот, ну, действительно дебютная работа режиссера. Он впервые заявляется с этим фильмом к нам на фестиваль. И, то есть этот фильм появляется перед зрителями впервые, да, получается, да, то так? Есть, это не режиссеры молодые, да, чтобы мы могли понимать. Это иногда актеры переквалифицируются в режиссера и в более позднем, да, более в позднем возрасте. И поэтому это не то, что там режиссеры молодые, это именно впервые дебют в кино. Вот дебют это, ну, такой рискованный шаг достаточно. Тем более, если человек не занимался, да, кино. Вот как вы думаете, насколько уровень вот этих картин, насколько он уровень высок, картин, скажем так? Картин растет, мне кажется, потому что наш зритель, уровень нашего зрителя растет. Наш зритель с каждым годом все более требовательный. И авторское кино, оно же такое... Очень достаточно бывает сложное, поэтому конечно, абсолютно не любой зритель пойдет на фильм. Да? То есть в любом случае у нас есть каталог,
где есть презентация фильмов, где есть описание фильмов. И по итогу уже того, что ты прочитаешь, ты пойдешь на тот фильм, который тебе хочется посмотреть. А вот получишь ли ты ожидаемое от того, что ты прочитал в каталоге, ну, наверное, не всегда это совпадает. А где можно увидеть этот каталог и где можно увидеть расписание фильмов? Просто некоторые люди жалуются, что его нет. Вот 10 дней до фестиваля. 10 дней до фестиваля. 1 числа будет во всех социальных сетях. 1 марта. В социальных сетях, на сайте официальном будет опубликована сетка фестиваля. А каталоги мы раскладываем в официальных местах проведения фестиваля. Это Центр искусств для одаренных детей Севера, Концертно-театральный центр Югра Классик и Киновидеоцентр. А почему не опубликовать этот, ну, чтобы было удобнее? На сайте кинофестиваля тоже будет опубликован, да, все каталог фильмов с аннотациями. Кто будет ведущим церемонии открытия? Всегда задают вопрос, наверное, вам. Ну, это стабильно уже ребята из мастерской Сергея Александровича Соловьева. Каждый год он привозит своих студентов, дает им возможность попробовать себя на большой сцене, в большом зрительном зале. Поэтому это не именитые какие-то актеры, а именно такие молодые звездочки. То есть тоже дебюты многих? Тоже дебюты. Он привозит еще свои спектакли, и каждый год в рамках фестиваля проходят его спектакли. И вот эти ребята, которые участвуют в церемонии открытия-закрытия, в том числе и участвуют в этих спектаклях. А кто водит жюри фестиваля? Это уже известно, кто точно будет? Ну, жюри и международное, и российское уже сформировано. Вопрос в том, что есть политическая сейчас обстановка, и 3 года подряд было приглашение у нас режиссеру из Гонконга Эн Хуэй. И в этом году мы добились того, что она приедет к нам и возглавит международное жюри. У нее очень большой опыт. Она возглавляла жюри и Каннского фестиваля, и в Берлине. Ну вот сейчас закрыли границу, она гражданка Китая, поэтому вот большой-большой вопрос. Но мы надеемся, что у нас все получится и доедет к нам наш главный член жюри. Ну то есть не смущает вас эпидемиологическая обстановка в Китае, да, я насколько понимаю? Ну, я думаю, что все будет хорошо. То есть рискнем? Да. Ну то есть это она будет, Это международное жюри, актерское жюри возглавит Леонид Ермольник и режиссерский триумвират — это Павел Руминов, Наталья Меркулова и Нигина Сафиуллаева. Ну, то есть они приедут, да? Да, они приедут. Но это уже подтвержденное все это есть. То есть, ну, опять же, из года в год у нас жюри разное, насколько я понимаю. Каждый год разное жюри. А Ермолик у нас уже был, по-моему, да? Нет. Нет? Может, вы путаете с Якубовичем? Может быть. Ну, хотя трудно спутать Якубовича, конечно, с Ермольником. Если говорить о гостях фестиваля, кого из звезд тут увидим в Ханты-Мансийске, вот помимо режиссеров, будут у нас известные люди? Ну, приезжает Ирина Розанова, Евгения Брик, Алиса Гребенщикова. Это те люди, кто уже точно подтвердил и приедут. Вот Алиса Гребенщикова, по-моему, была в Ханты-Мансийске. Да, была. Она в прошлом году была. Она была со спектаклем. У нас замечательный спектакль был на церемонии открытия. Она принимала там участие. То есть вот эти люди, да? Давайте тогда вот я задам вопрос, да, такой тоже, если уж мы говорим о политике, да, вот 20 лет назад, когда, ну, почти 20 лет назад, когда этот фестиваль организовывался только, да, в Ханты-Мансийске снимали кино, то есть снимали сериалы и кино, то есть имело смысл, скажем так, сюда вот перенести достаточно крупное такое событие кинематографическое. Сейчас в Ханты-Мансийске кино не снимают. Вот имеет ли смысл продолжение вот такого большого фестиваля именно у нас в городе? Ну, такой хороший, достаточно объемный вопрос. Да, можно же рассуждать очень долго на эту тему. Ведь у нас есть люди, которые ходят на этот фестиваль. Да? С прошлого года мы сделали фестиваль бесплатным, и на все показы можно прийти абсолютно бесплатно. Поэтому я думаю, что мы не можем лишать, наверное, нашего зрителя такого формата еще одного, да, в культурной программе. Ну, очень много регионов, где они снимают фильмы, у них нет фестивалей, я думаю, они нам завидуют. По-хорошему. Ну, по-хорошему, да. Но в то же время у нас очень много приезжают снимать сюда кино, и что совсем тут нет съемок, ну, не соглашусь с вами. Ну, просто, ну, такие проекты, знаете, крупных, ну, не слышно за последнее время. Ну, может быть, я не слышал просто. Мы будем надеяться, что у нас все впереди. Да. Но не было мысли перенести этот фестиваль в другой город? Например, Сургут тот же. Больше город, больше зрителей.
Ну, наверное, мыслей таких не было. Есть мысли только развивать, да, фестиваль. И вот в сентябре Департамент культуры, ну, это их идея, инициатива, будет презентован еще один фестиваль в городе Нижневартовске, не в Сургуте. Решили попробовать вот такую площадку. Не знаем, насколько будет привязан он именно к Нижневартовску. Вот первый он пройдет точно в Нижневартовске. Потом он, может быть, будет таким кочующим. Это фестиваль сериалов, скетчей, комиксов. То есть вот немножко другой формат, но также будут дебюты. Он будет проходить в это же время? В сентябре. В сентябре, да? То есть не одновременно с фестивалем? Нет. То есть у нас появится еще один фестиваль, получается? Это такой некий эхо духа. Еще одно. Еще одно эхо. У нас, я так понимаю, что эхо слышится в Берлине, да, у нас после фестиваля? В прошлом году мы съездили, презентовали там фестиваль. Очень много гостей к нам пришло. Но мы не привозили в прошлом году фильмы. В этом году «Русский дом» в Берлине пригласил нас уже с фильмами-победителями. Поэтому по итогам вот нашего фестиваля мы будем презентацию делать в Москве и в Берлине, да, едем. В Берлин поедете с русскими фильмами? Или нет, вообще с призерами, да. С призерами. Да, с программой. То есть это будут, наверное, и русские фильмы, и иностранные, да? Да, иностранные. А почему именно Берлин выбран? Интересная такая площадка. Ну, там есть Берлинский фестиваль, и там очень благодарные зрители, они ходят, и там очень много русских, которые могут посмотреть авторское русское кино. Поэтому вот съездили, и все получилось. На самом деле можно развивать рамки и границы, и если нас будут приглашать, мы с удовольствием. Вот если говорить о рамках и границах, да, фестиваль у нас разрастается в плане стран-участников, или это все-таки, ну, одни и те же страны приблизительно? Ну, в этом году у нас 25 стран-участниц будет на фестивале, потому что у нас помимо российского кино, международного кино, у нас есть еще спецпроекты, спецпрограмма Бориса Нелепа, отборщика. И вот по итогам всего у нас 25 стран представлено. А вообще за всю историю фестиваля, ну, это более 120 стран участников было на фестивале. Какие страны самые активные у нас? Какие кинематографические? Индия, наверное? Индия, Израиль, Франция. Ну, абсолютно разная география. Германия, то есть разные страны. Вот в рамках фестиваля пройдет окружная социальная акция на кино для всех. Это о чем идет речь? Это фильмы не для широкого проката, то, что никогда не возьмется для коммерции в кинотеатры. Да, это киновидеоцентр покупает ряд картин, которые именно вот не для широкой публики, а вот в рамках фестиваля будет хорошо представить. Для широкой публики что мы имеем в виду? Это авторское кино какое-то? Да, авторское кино. А оно идет, кстати, на русском языке, нет? Да. То есть на русском языке. Дублированные фильмы, да? Да. И вот это вот такая, это первое начинание или это как будет уже из года нет, в год? Нет, она уже, ну, более 4 лет точно идет. То есть человек, если хочет посмотреть что-то прямо очень особенное, да, то есть он должен пойти в киновидеоцентр и, в общем-то... Она же по округу. У нас более 90 площадок представлено для кино для всех, пройдет эта программа, и до 30 апреля она будет презентоваться. Ну вот не получается так, что у нас фестиваль такой, знаете, дебютов, да, ну и таких вот, давайте назову там странных фильмов, таких авторских, знаете, вот их немножко называют странными люди, потому что, ну, не каждый его будет смотреть. Вот не получается так, что это немножко так закукливается фестиваль в этом? Или это все-таки... Ну, у нас так? же очень разнообразная культурная программа. У нас есть и мастер-классы, да, с теми актерами, кто приезжает на фестиваль. У нас есть очень много... хороших фильмов, которые как... Ну вот в любом случае на любого зрителя он рассчитан. То есть каждый человек может что-то для себя найти. И мы стараемся каждый год что-то новое в фестиваль внедрить. В этом году мы добавляем 2 проекта. Это фильмы VR, это 360 градусов реальность. То есть там может принять участие любой абсолютно и профессионал, и непрофессионал, кто снимал, вот кто понимает, да, этот жанр. То есть мы вот представим 8 картин у нас на сегодняшний день уже есть. И второй момент — это сериалы. То есть в этом году мы взяли 2 пилотные серии сериалов, и они вне конкурсной программы. Но вот попробуем такой еще формат презентовать. А сериалы до этого были? Нет, это вот впервые. То есть это впервые, да? Пилотные серии сериалов. А почему именно сериалы выбраны? Вот.
Это ну, сейчас это очень вот актуально. У нас сейчас сериал лучше снимают, чем это, фильм. Да, да. Поэтому как бы, вот, ну, люди смотрят сериалы. То есть это формат, как вот раньше мы понимали, сериалы смотрят кто? Ну, там, ну, домохозяйки, да, наверное, вот вечернее время. То сейчас же очень много молодежных сериалов, очень много детских сериалов, очень много сериалов с какой-то тематикой, там, медицинской еще. То есть, ну, разный формат. Вот вы сказали, что вот формат вот 360 градусов, да, может представить человек непрофессионал. То есть, по сути, ну, любой, кто, у кого есть аппаратура. Аппаратура, такая, да, там же соответствующая аппаратура нужна. А вот к фильмам, к остальным, требования выше? Или все-таки там тоже может человек взять сотовый телефон и снять художественный фильм? Ну, для сотовых телефонов у нас есть отдельный конкурс. Это конкурс микрофильмов. Вот там можно снять на любой вот, ну, на телефон, да, и представить. Там самое главное ограничение по времени. То есть это не больше 3 минут фильм. А вот в конкурсной программе это, ну, уже профессиональная съемка. То есть, ну, это, то есть нормальное кинопроизводство, да? Да, да. То есть, а почему вот эти фильмы, которые снимают люди не профессионалы, а почему они не участвуют в конкурсной программе? Ведь возможно, что из таких фильмов, из таких режиссеров тоже может родиться что-то рано или поздно. Просто у человека нет, скажем, денег, средств на фильм. Как вы думаете? Как я думаю? Ну, у нас вот для этого мы и создали этот конкурс микрофильмов. Там же у нас тоже есть жюри. И по итогам вдруг вот кого-то заметят, предложат. То есть выстрелят, уже... да? Да, да, да. Вот, то есть там все-таки это профессиональное кино. У нас, скажем так, Егорские... участвуют вообще в фестивале егорские режиссеры? Да, да. А вот в этом году это кто-то есть у нас? Не в конкурсной программе, а в специальных проектах. Вот фильм «Жили-были» снимали. То есть он будет участвовать? Жили-были, я ошибаюсь. Были. Были, да. Были, да, это... да, да. Местные. Местные, да. Да, в конкурсную программу не вошли, но в спецпоказы. А он не будет, как нельзя его было взять как сериал, скажем, это же такая... Как... Ну да, там 2 или 3 серии сейчас уже, да, на самом деле сняты. Но сериалы, ну не знаю. Ну вот у нас просто, я почему спрашиваю, да, у нас все-таки, вот, я так понимаю, в предыдущих фестивалях участвовали наши егорские. Да. И вполне даже успешно, насколько я понимаю, да? Ну, при зрительских симпатий был у Ханта. Ханта был. Да. Ну, то есть что-то здесь у нас есть все равно, движется, да, вот в плане кинематографа. Ну, у нас же есть очень много студий по округу, в которых дети воспитываются, растят, там проходят мастер-классы. И я думаю, что есть интерес, раз эти студии существуют, поэтому по итогам они и поступают в институты кинематографии. И уезжают, к сожалению. И уезжают в Москву или в Санкт-Петербург. Ну вот по каким критериям, наверное, отбираются фильмы, поговорили, что это действительно профессиональные фильмы, да, то есть, да, ну, по большому счету. Вот. Но у вас нет, ну, повторю этот вопрос, задумки все-таки сделать непрофессиональный вот это, или не будет отходить? Ну, от он же есть, вот конкурс микрофильмов. Ну, это вот микрофильмов, да, да, а да. Полный метр не снимают пока, непрофессионал. Нет, нет. Вот уже, ну, 18 лет большой срок, на самом деле, для фестиваля. Не все фестивали проживают 18 лет, давайте признаем, потому что это, на самом деле, ну, дело такое, рождается, умирает. Вот, насколько, по вашему мнению, изменился подход создания фильмов, даже с технической точки зрения? Вот раньше на пленку снимали, сейчас, наверное, на цифру или как? Ну, да. Ну, мне кажется, вот исходя из того, что вот эта вот виртуальная реальность у нас появляется, да, и качество фильма совершенно другое сейчас становится. Поэтому абсолютно другой подход. Ну, то есть драматургии другой или как? То есть мы видим, что это в «Матрицу» уходим или все-таки это более драматический фильм становится? Разного формата. Тут невозможно сказать, что вот у нас там представлено 2 комедии, а остальное там будет какой-то другого формата. Ну вот сейчас снимают все. Вот кому что нравится, тот то и снимает. Нет ведь ограничений совершенно. Вот вы не помните на вашей памяти кто-нибудь из режиссеров, который стал там лауреатом, а в итоге он стал известным режиссером с известным фильмом. Были такие вот? Бумер. Буслов. Точно. Ну да, действительно, трудно отказать в этом. Вы сами смотрите программные фильмы? Ну, так как в это время у нас очень у исполнительной дирекции ведется большая работа, потому что мы работаем с гостями фестиваля в круглосуточном режиме, то, конечно, что-то удается посмотреть. Это, как правило, фильм «Открытие»,
который проходит в Большом зале концертно-театрального центра, и какой-то спецпоказ. Ну, не больше 3-4 фильмов за весь фестиваль получается посмотреть. Но это очень выборочно, получается. А потом, почему эти фильмы, это еще один момент такой. Вы знаете, человек не посмотрел эти фильмы, но ему хотелось бы и посмотреть, и получать. Почему эти фильмы потом не идут где-то, вот, не выкладываются? Или не выкладываются на сайтах? Ну, нет, они не выкладываются, на них авторские же нужно покупать права. Авторские права. Да, то есть поэтому их это было очень, кстати, интересно, если бы вот эти фильмы, они хоть какие-то выкладывались потом в открытый, ну, в широкий доступ хотя бы. Такого не практикуется. Ну, наверное, нет такой заинтересованности у вот там у Иви, да, у того же, у тех же прокатных каких-то компаний или ОККО, да, то есть, наверное, они больше работают на широкую публику, поэтому очень редко, когда вот такое авторское кино приобретается для широких платформ. Но все-таки мы говорим об авторском кино, да, да вот если и ну, авторские фильмы, да, действительно, это очень сложно представить. А какая еще будет культурная программа? Что будет интересного вот за эти 5 дней? В этом году мы еще 2 новых таких конкурса ввели для обычных зрителей, для тех, кто может в любом формате принять участие. Это мы организовали конкурс рисунков «Мир глазами детей». И очень много заявок получили на этот конкурс. Итоги будут подведены в День семьи. В рамках проекта «Читалкин» мы там наградим всех победителей этого конкурса. И еще один конкурс – конкурс комиксов. Конкурс комиксов – это идея была Сергея Александровича Соловьева. И тема – фильмы, которые я бы хотела увидеть. Mm-hmm. Поэтому вот, а что это? Комикс должен что донести? Ну, какой, вот какой смысл? Вот сейчас мы получили работы, отсматриваем. Там такая очень интересная, ну, то есть вот тема, фильмы, которые я бы хотела увидеть. Сам посыл, да, такой не до конца не до конца понятный. Но мы прекрасно поняли, что живет в головах у детей на сегодняшний день. И что же там живет? А там абсолютно разное. То есть там от комиксов, то есть у нас было условие, чтобы вот эти рисунки, да, вот главные герои никак не соприкасались с тем, что уже есть, да, то есть не было никаких сходств с какими-то другими. То есть они должны выдумать это? Да. То есть мы попытались развивать фантазию наших детей. И, ну, я вам скажу, что там абсолютно, ну, что есть что-то космическое, есть что-то земное, но абсолютно разные работы. Вот да, одна на другую не похожа. Ну, возможно, кто-то из этих детей ваш будущий участник фестиваля. Ну, да. Вот, а что будет сделано для туристов, участников фестиваля в дни проведения его? Мы уже вот третий год постарались совместить несколько проектов, и в том числе в этом году, так же, как и в прошлом, будет конкурс оленеводов. Да? И наши гости, которые приедут на фестиваль, и гости, которые вот, в составе жюри, почетные гости, да, мы обязательно с ними съездим, да, и обычные зрители могут туда съездить, посмотреть на этот конкурс, и мы своих почетных гостей туда свозим. Ну и будет фестивальная ночь, да, фестивальная ночь — это где разные виды искусства сочетаются в одном месте, это в концертно-театральном центре. Uh-huh. Можно будет посмотреть фильмы, сходить на мастер-классы. Мы презентуем новую программу концертного оркестра «Югры». Это классика русского рока. Поэтому, ну, вот абсолютно разный формат. Каждый день он у нас чем-то будет, помимо фильмов, обозначен. Вот как есть семейный день, и в рамках этого дня пройдет проект «Читалкин», который тоже уже 4 года мы проводим в рамках «Духа огня» при поддержке «Газпром Нефтехантас» и фонда «Родные города». Ну, то есть культурная программа будет насыщенная. Очень насыщенная, достаточно. Да. И в этом году нам повезло с тем, что это же выходные дни, поэтому мы надеемся, что у нас вообще очень много гостей с округа и со всей России приедет, и 8 марта, женский день, встретит вместе с нами. Спасибо. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Ларису Журавлеву за то, что в этом плотном графике подготовки к фестивалю она нашла время прийти к нам в студию и рассказать, собственно, что нас ждет, что ждет всех любителей «На духе огня», любителей кинематографа. Посмотреть эту программу еще раз, выслушать ответы экспертов на самые разные вопросы вы можете на портале yugra.tv.ru. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи на телеканале «Югра» в следующий вторник.